Приветствую всех у себя на канале. Сегодня на этом уроке мы будем плести вот такой узор из бисера и твина. Узор очень приятный, хорошо ложится. Он подойдет для браслета и чокера, потому что настолько приятный и нежный получается этот узор. Сейчас я вам покажу, из чего же я сплела его. Сплела из такого бисера. Это чешский бисер номер 10, золотой оттенок. И взяла такой интересный твин. К сожалению, номера я вам не скажу. Твины — это такие овальные бусины с двумя отверстиями. Очень интересное покрытие здесь. Сам твин прозрачный, а вот эти отверстия покрашены золотом. И они как бы хорошо сочетаются. Вот. Сейчас берем леску и начинаем плести. Сначала на леске делаем заглушку. Для этого надеваем один бисер, можно любую бусину, проходим с обратной стороны, можно несколько раз пройти, натягиваем, и вот это у нас будет заглушка. Дальше одеваем на леску по очередности, это вот первый такой набор будет для моей ширины. Если вы хотите пошире, то тогда придется побольше. Потом скажу, покажу схему. Значит, надеваем 1 твин, 3 бисера. 1 твин, 3 бисера. И вот так чередуем, пока не наберется у вас 5 твинов и в конце 3 бисера. Вот такой набор. Делайте пока. Набрали. Теперь делаем такой поворот. Значит, вот с этим набором заходим в третий твин, вот считаем 1, 2, 3, в третий твин на другое, на второе отверстие заходим. Вот так вот. Протянули нить. Вот что у нас получается. Вот. Теперь делаем такой набор. Вот этот набор у нас будет всегда одинаковый. И его нужно запомнить. 3 бисера надеваем. 3 бисера, 1 твин и еще 3 бисера. 1, 2, 3. Вот такой набор у нас будет всегда повторяться. Надели. Сейчас проходим вот в этот твин, вот который в середине пропускаем, заходим в последний твин, получается. Вот что у нас получилось. Вот такой рисунок. Теперь опять набираем тот же набор. 3 бисера, твин, 3 бисера. И идем обратно. Поворачиваемся и заходим во второе отверстие вот этого твина. Вот сюда. Вот. Сейчас покажу схему, вам будет больше понятно. Набор всегда один и тот же. Вот так в шахматном порядке будут располагаться твины. Схема вот такая. Посмотрите, мы вот здесь начали работу, сюда поставили заглушку, но она вот здесь будет пока у нас. Потом мы ее уберем. Вот надели твин, 3 бисерины, твин, 3 бисерины. Вот так вот прошли, потом повернулись. И вот так то в одно отверстие твина заходим, на повороте заходим в другое отверстие. И вот за счет этого получается интересный рисунок. А набор всегда один и тот же. 3 бисера, 1 твин, 3 бисера. Вот. Давайте еще раз наберем. Значит, 3 бисера, твин и 3 бисера. Я набрала. Спускаем и заходим в следующий твин, который вот здесь уже нижний, во второе отверстие. А потом уже получается поворот. Если вы хотите сплести пошире браслет, то это тоже возможно. Просто нужно больше взять рядов. Вот. И так плетем до необходимой длины. Я думаю, вместо твинов можно использовать и маленькие бусины. Тоже получится красиво. Вот сейчас опять набрала и плету дальше. Захожу во второе отверстие твина. Очень приятно плести. Узор мне понравился, поэтому решила вам тоже показать. И вот так до конца. С яркими бусинами, твинами тоже, наверное, получается красиво. Как же потом поставить застежку? Я планирую поставить вот сюда. Вот закрепить нужно вот этот конец сначала хорошенько. И вот
В этот проем нужно просто поставить с кольцом карабин, ну или же магнитный замок. Вот, вот такой был сегодня у нас урок. Очень легкий и простой, и быстрый. И я с вами уже прощаюсь. Желаю всем удачных творческих работ, успехов. И пока-пока, до следующего видео.